Вот, вот что было до этого, это было по сути база. Да, это была история для белых-белых поясов, синих поясов. А вот что я буду делать дальше, это будет уже вращение для более старших поясов. Это, ну, интересно будет для развития, но в основном эти вещи будут такие, ну, более людям с более продвинутой вестибуляркой, скажем так. Начнем мы это движение с выход на дартс с бокового удержания. То есть у меня есть боковое удержание. Вот я здесь есть. А первое, что нужно сделать, мне нужно вот эту вот его руку убрать себе на корпус. Делаю это с помощью ноги. И подползание в сторону головы. То есть, видите, да, я выдавил его руку и зажал его руку между своей ногой и своей рукой. Он будет от себя вытащить, но мне нужно ее здесь оставить. Соответственно, следующее движение, что я буду делать, я буду перекладывать свою руку вот отсюда наверх. Вот таким вот образом. И я беру себя здесь за бедро, внутри. Опять же, для чего? Для того, чтобы не дать возможность ему руке этой уйти. Следующее движение, которое я делаю, я переношу руку вторую, ставлю ему под таз, чтобы он не мог уйти. И дальше, вот это, наверное, самая такая будет непонятная вещь, я перемещаюсь ногами на другую сторону и разворачиваю его под идеальный дартс. Еще раз. Боковое удержание, рука под головой, все дела, подборолись, продавили. Ноги поднялся, ногу поднял. Протащил его руку, забрал. Повернул, не отпуская, взял себя за бедро. Поставил под таз, чтобы он мог отсюда уйти. И перешел на другую сторону. Тупой. Закрыл, вытащил, задушил. Давайте еще раз попробуем медленно. Значит, давай на другую сторону. Может, люди кто-то думают, в другую сторону. Это контроль. Потому что если я просто закину руку, тут вот выход из того положения, когда у меня рука вытянута, да, из него очень хочется выйти. Вот когда ты в него полетишь, ты понимаешь, что это прям плохо. Ты прям будешь пытаться туда выйти. И мне нужно сделать так, чтобы это не получилось. Собственно, вот эти все дополнительные маленькие нюансы, типа контроль рукой, контроль ногой, нужны только для того, чтобы человек как-то не свалил. Да, вообще в приемах идеальные приемы те, которые не страшные. Вот он не страшный, не страшный, не страшный, ты постучал. Вот идеальный прием. Потому что из страшных приемов ты начинаешь щемиться сразу. И ты пытаешься сделать прием через сопротивление. Не страшные ты делаешь без сопротивления, и делаешь гораздо проще. Поэтому нюансы. Где человек понимает, что происходит, где ему уже страшно, нужно даже быть особо контролируемым в плане вашего положения. Еще раз. Давление. Поднялся ногу назад, ногу сюда. Все, видите, я вот здесь уже какая-то херня происходит. Ему это уже будет не нравиться, будет мастить. Вот насквозь руку давить на меня. Мне нужно здесь удержаться. Удерживаюсь я сейчас того, что я локтем, прижимаю его руку к своей ноге. И, собственно, корпусом его давлю. Дальше. Почти не отпуская захвата, переношу голову и заправляю, еще сильнее сдавливаю ему руку и голову. То есть я прям держу их. Перемещаю руку, еще эту руку я перемещаю для того, чтобы поднять его на бок. Потому что когда я буду переходить, я буду ногой, я буду, выпрямляя руку, поднимать его на бок, чтобы разместить его на дартс. Забираю и размещаюсь. Попробуем. Если получится, будет идеально. Старший способ, это получится у всех.